дома, где мы начинаем сезон, продолжаем ход. Эру, говорит Алахам, мы сказали вчера, что человек, который сделал эру, должен следить за тем, чтобы этот эру не съели, он не потерялся и не исчез. Говорит Алахам, человек сварил или испек для Йом-Това в пятницу. И у него хуль, его эру кто-то съел или он потерялся. Тогда, говорит Алахам, то, что он сварил для Йом-Това, он может оставить на шаббат и снова потом варить для Йом-Това. Афальпи, шейнех ирум царих ли издарес велигмор эта тавшилин бешаота мукдомот, шеевша лехон мехем бейом-Това, им ло испик рашай левашель, а самух лашкияда хамар и фнек писата шаббат. Несмотря на то, что мы сделали ирум, сделали ирум сегодня в четверг перед началом Йом-Това, когда человек будет варить в пятницу, для шаббата должен постараться сварить как можно раньше, чтобы из того, что он сварил для пятницы, он еще мог поесть в сам Йом-Това. Но если не успевает и варит прямо до захода солнца, имеет право это делать. Леха тхилан нахон ищтамеш бефад ха эрух ле лехем мишне бешаббат беарвид ушахарит. У минха ивца алер. Декеван шенеста ба митцва ахат, теасе ба од митцва. Микол маком лахар шеихин кол цорке шаббат рашай лохла афилу бьемто. Мы берем, как мы сказали, одну мацу и обычно берем яйцо для митцват эрух. Желательно вот эту мацу использовать как вторую мацу. То есть в пятницу вечером мы должны сказать на муцу леха минарец на две целые мацы. На шахари тоже. И на сауда шлишит. Поэтому говорят Аллаха, так уже с этой мицвой мы однажды сделали мицву с этой мацой. Поэтому эту мацу нужно взять как вторую мацу на вечер, потом отложить ее. Не кушать. Не кушать. Она вторая маца для муцу леха минарец. Утром на шахари то же самое. Она вторая маца, а потом на минха, на усуда шлишит, можно уже эту мацу съесть. Иван Шанасова митцва. Но если после того, как он уже приготовил этот эру и даже хочет съесть эту мацу на сам Йом-Това еще до шаббата, имеет право. Главное, чтобы яйцо, которое он сварил, осталось. Миши да то ло лефот ве ло левашель ми Йом-Това ле шаббат, ве рак роце ле адыг нерод ми Йом-Това ле шаббат, эн царек ле арев крат. כל מקום טוב להניח לכתחילה עירוב תבשילין לצורך הדקת נרות, אבל לא יברך, משום ספק ברכות דבטלה. Человек, который не будет варить или не будет печь на Йом-Това, и только хочет зажигать свечи с Йом-Това на Шаббат, он не обязан делать ирув. Но желательно, чтобы он сделал ирув без благословения, потому что он не будет варить из-за сомнения в благословении. מותר להציע המיטות מיום טוב לשבת ולהדיח הכלים מיום טוב לשבת וכמותר לגלול את הספר תורה מיום טוב לשבת כל שקיים עירוב תבשילין ואמר למבט כל צרכנה מיום טוב לשבת. דברית הלכה, имеет право человек заправить постель с Йом Това на Шаббат, что с одного дня на другой день нельзя делать. То же самое имеет право помыть посуду с Йом Това перед Шаббатом. Имеет право перекрутить Сефер Тору с Йом-Това на Шаббат. Есть в синагоге одна Сефер Тора, на Йом-Това читаем одно, на Шаббат читаем другое. Все то время, как он сказал, когда делал эру, лемебат коль цурканам Йом-Това на Шаббат, что благодаря этому эрову мы делаем все, что нам необходимо с Йом-Това на Шаббат. И это включает все, перекручивать Сефер Тору, заправить постель, помыть посуду и так далее. Поэтому эру это очень важная мицва, которая позволяет нам готовиться с Йом-Това на Шаббат. Хаг Самеах, Баруха Дунай Ле Олам. Амен. Если амен. Не сделал урок, значит, это не делается? Да. Тогда все нельзя было делать. Потом мы сказали, что надо...